Здравствуйте, мои замечательные. Заманила я Марселя в фотозону посмотреть на его реакцию на вишню. Ой, ты моя умничка, ты мой котичка, ты мой сладенький, ты не моя ляпочка. Угу. Ой, молодец, ай ты молодец. Ай да котичка, ай да ляпочка, ай да котенька, ай да умница, ай да молодец, ой ты на молодец, ай да умничка, ой, мама даст тебе ляку вкусную, ой ты на моя молодец-то какая. Очень ягодка моя, очень моя ягодка моя, сладенькая, очень. Поигрался, ай молодец. Ой, молодец. Ой, ты умница какой. Оттяна. И ляпочкой туда, и оттуда, и туда, и оттуда. А? Достаешь? Ну? Ай да молодец. Ай да умница. Ай да как. Ач. Мамочка, эта вишня совсем не катается, как мячик, и не летает, как бабочка. Я наивно думала, что снимаю молча, и хотела убрать звук, озвучить по-другому, а потом решила оставить. Ну, раз я такая. Замурчательного вам настроения, тепла и уюта вашему дому.